Девочки, мальчики, сейчас вам покажу такую красоту. Ужин от мужа. Да. Петя, рассказывай. Ну, открывай. Нарезал мясо. Так. Ой, вкуснота! Налил воды, отварил. Потом начистил картошки, луку, укроп. Все. Укроп или тмин? Тмин, тмин, не так сказал. Тмин. Да. Ага, и тушилось, да? Да. И сколько по времени? Ну, это много по времени. Ну, в общем, пока я мыла, упиралась в окна, типа я мыла, да? Робот-пылесос мыла, я опять и готовила такой ужин. Ну, посмотрите, вкуснота. Ну что, приятного аппетита нам, да? И пока-пока. Будете сейчас завидовать. Вот такая вкуснота у меня. Сейчас у Пети покажу. Петя категорически не хочет сниматься. Ну что, облизывайтесь. Очень вкусно. Тоненько нарезал та картошечку. Мяско просто тает во рту. А ароматы... Ой, вкуснота. Всем бы таких мужей. Приятного аппетита. И пока-пока.